В Казанском федеральном университете множество молодежных клубов и секций. Среди них танцевальные и вокальные коллективы, команды КВН, актеры и поисковые отряды. Но есть ребята, задача которых – помощь детям-сиротам и организация благотворительности. Совсем недавно студенты социального комитета ИМИ в КФУ посетили Лаишевскую школу-интернат для слабовидящих. Они такие же дети, у них такие же какие-то… Но они балуются, хулиганят, и нету разделения такого. Чтобы люди никогда не разделяли, с какими-то особенностями детей. Мы именно ездим и показываем студентам то, что все люди одинаковые, по сути. Учащиеся первых-третьих курсов со всех отделений Института международных отношений истории востоковедения сами проявили инициативу в поддержку слабовидящих детей. В программе первой серьезной поездки студентов были творческие мастер-классы, праздничный концерт. Я лично проводила художественный мастер-класс, где дети должны были создавать рисунки. У детей очень развито творческое мышление, они очень творческие во всех смыслах. Они бегали с одного мастер-класса на другой, они поучаствовали во всем, что только можно. И еще мы очень сильно были поражены тому, что у детей развито знание литературы. Они знают очень много пословиц, поговорок, сказок. Встреча прошла не без приятных сюрпризов. Студенты подарили детям наборы для развития творческих способностей и мелкой моторики рук. Стоит отметить, визит в Лаишевскую школу-интернат далеко не последнее доброе дело добровольцев. Совсем скоро они планируют посетить и другие детские дома республики. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.